Госавтоинспекторы Мариуполя сдали кровь. Донорами стали более 25 человек. Акцию провели в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения. Перед процедурой, как и положено, инспекторы прошли осмотр дерматолога, нарколога и терапевта. Проверились на ВИЧ и гепатит. Сдали около 6 литров крови. По своей работе часто приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия, в которых травмировались люди, которым необходимо кровь донора. Я решил сдать свою кровь в помощь таким людям, которые нуждаются, у которых возникла острая необходимость. Может, кому-то пригодится, может, жизнь кому-то спасу. Востребованы все группы крови. В основном это отделение хирургического профиля. Это травматология, хирургия, детское отделение, реанимации, гематология.